К морю плавать я шагал, длинноногий обгонял. В глубину нельзя нырять, львенку круг пора швырять. Мелко тут, можно стоять, могу круг не надевать. Что случилось вдруг со мной? Низкий почему такой? У семей вот так бывает, малыш папу догоняет. Длинным папа коль не стал, сын скорее будет мал. Чтобы мне высоким быть, папу нужно удлинить. Хитрый план мой не удался, папа мой не удлинялся. С длинным под волну попали, очень грязными вставали. Я под душем грязь смывал, а высокий не влезал. Время себя остудить и мороженку купить. Под навес еле вместился, к голове зонт прицепился. По дороге классно мчали. Вдруг мы в мусор заезжали. Как мог, мусор объезжал. На бутылке все ж упал. Буду трюки выполнять, с земли мусор собирать. Мы пакеты в руки взяли, мусор весь сортировали. К бакам еле мы домчали, в них пакеты рассовали. Устали мусор мы носить. Колу можете попить. Долго тяжести носил, держать бутылку нету сил. Фонтаном кола выливалась, и попить нам не осталось. Аппарат такой бывает, он бутылки принимает. Грязь с бутылки нужно снять, чтобы автомату сдать. 100 бутылок мы собрали, за них деньги получали. Магазин вновь посетили, колы мы себе купили. Там шлагбаум, берегись! Орк, скорее ты пригнись! В магазин на миг примчали. Кучу вкусностей набрали. Сирены столбик замигал, значит, что-то ты украл. Ненарочно так случилось, на дно конфета завалилось. Что платить вы не забыли? Сканер этот здесь вкрутили. Чтоб конфету эту взять, 10 монет нужно дать. Можешь эти покупать, если 10 негде взять. Хватит, хватит унывать, надо маленькую брать. Вот на кассу я примчал, но вдруг лучше увидал. Я конфеты так люблю, что любую я куплю. Надо, надо поднажать, первым ту конфету взять. Тормозить я не сумел, в носорога я влетел. Тут авария случилась, все вокруг перекрутилось. Ура, конфеты расцепились, ценники переменились. Цену вы скорее считайте, мне конфету продавайте. Все я честно оплатил, в сканер тихо заходил. Шел, конфету я лизал, вдруг на корке я помчал. Мчал, и вдруг я в люк упал. Первым нужно добежать, чтобы лавочку занять. Тетю вдруг мы увидали, ей мы место уступали. Мы с утра не приседали, наши ноженьки устали. Если лавку не найдем, прямо тут мы упадем. Круг на клумбу надевали, лавку круглую создали. Вот идея, просто класс. Мы так сделаем сейчас. Круги быстро разбросали, много лавок получали. Хотел кругов еще достать, теперь меня пора спасать. Круги брал и поднимал, но шаг сделал и застрял. Волка из кругов достали. Клеить мы их начинали. Пирамидки собираем, стол и стулья получаем. Диван, качели мы собрали и немножечко устали. Нашу помощь оценили, суши сладкие вручили. Памперс мама льву меняет, ловко это исполняет. Вот в кроватку уложила, молочком его кормила. Моя же бизнес свой открыла, про меня совсем забыла. Нет, такому не бывать, маму нужно отыскать.
мамы для детей важны. Детям мамы всем нужны. Мы охрану разбудили. Про маму Хрюшкину спросили. На кабана парик цепляли. Его в маму превращали. С кабаном мы веселились. Наши мамы воротились. Малыши куда пропали? Полицейского мы звали. Найдите наших малышей. Хотела мама Хрюшу взять. Стал он плакать и кричать. Хрюша сына вновь отдала. Охрану няни к себе звала. Охранять кабан не стал. Он с коляской гордо мчал. А, крепко пылесос держу. Чистоту я навожу. Вау! Маме кто так помогает, тот вкусняшку получает. Вот тебе за старание мороженое. Йогурт вкус любимый мой. Ня-ня-ня. Посуду ты сперва помой. Если лень посуду мыть, посуду нужно удалить. Да-да. Ты посуду перемыл. Ты вкусняшку заслужил. Тарелки он не вымывал. Он их за окно бросал. Нет, мороженое не дам. Его сестре сейчас отдам. Молодец, дочка. Держи. Зачем посуду эту мыть? Мороженое могу стащить. Непростое это дело. Что же так затарахтело? А? Эх, мороженку забрали. И на улицу прогнали. Что там в доме происходит? Ходуном чего он ходит? Львенок, жабу ты поймай и вкусняшку забирай. Я мороженое съедаю, жабку раз и накрываю. Мама так с сестрой упали, что с лягушкой мы взлетали. Героев любят все детишки, и девчонки, и мальчишки. Чтоб героями нам быть, одежду нужно их носить. Всем одежды не досталось, две футболки лишь осталось. Как же нам ее делить? Вдвоем давай ее носить. В одной футболке тесно нам, но ее я не отдам. Я хот-дог хочу сживать. Сувенир мне нужно взять. Трудно в ней вдвоем шагать, будем как-то привыкать. Если будем мы дружить, проблемы сможем мы решить. С шнурками разобрались, но чуть-чуть проголодались. Буду нас двоих кормить. Ну а я тогда поить. Я сестренке помогаю, кетчуп я с нее стираю. Я хот-дог сестре давал, в нос и лоб ей попадал. Как же так? Заелась. Надо братца отомстить, его колою облить. Ссорятся вот свинки стали и футболку разорвали. Футболку эту мы возьмем, снова мы ее сошьем. Футболку каждый надевал, героев силу получал. Нырнуть в бассейн я мечтаю, вот сестренку обгоняю. Мал бассейн, не для вас, я в нем плаваю сейчас. Тесно тут, не понырять, нужно вам всем вылезать. Я один, вот это круть. Бассейн нужно растянуть. Раздуем мы его сильней. Плавать вместе веселей. Слишком сильно накачали и бассейн разорвали. Мой бассейн раздували, а потом его взорвали. Эй, малыш, не унывай. Бассейн новый получай. Стойте, стойте, не спешите. Ведра вы скорее берите. Водой ведра наполняли и в бассейн выливали. Долго ведра мы таскали, очень быстро мы устали. Воду хватит нам таскать, пора в бассейн понырять. Эй, детишки, погодите, вы на солнце поглядите. Вы в бассейн не ныряйте, львенку тень вы создавайте.
Мама грядки поливала, на ней радуга сияла. Есть идея, как нам быть. В трубе дыры прорезаем, трубу к крану подключаем. Из фонтанов тень создали, и в бассейн мы ныряли. Вода литься прекратилась. Ой, куда я покатилась? Мимо вы не проходите, пиццу нашу закажите. Вот, меню вы изучайте, себе пиццу выбирайте. Начинаю представление, вкусной пиццы составление. Вау! Мое шоу не удалось, на вин тесто намоталось. Я так сильно закружил, все продукты раздавил. С лица тесто отлепил, что же я тут натворил? Стойте тут, не уходите. Будет пицца, подождите. Миску Сорео хватаю, их на пиццу я кидаю. Приятного аппетита. Нет, оно не получилось. Все печенье отвалилось. Чтобы пиццу мне создать, патефон пора достать. Сюда тесто помещаю, в рупор Орео сгружаю. Орео в узор сложилось, все красиво получилось. Тесто новое вращаю, фрукты сверху засыпаю. С печеньем пиццу вынимаю, с фруктами я в печь пихаю. Хватит вам двоим грустить, пора пиццу оценить. Гости ели, веселились, пиццы новые лепились. Пиццы просто загляденье, а на вкус, ну, объеденье. Рад, что вкусно накормил. Ой, сам я в пиццу угодил.